Импичмент Трампа, информатор, сообщивший о разговоре Трампа с Зеленским, готов ответить на вопросы конгрессменов. По словам адвоката информатора, его клиент готов ответить на вопросы исключительно в письменной форме. Информатор по делу об импичменте президента США Дональда Трампа согласился ответить в письменной форме на вопросы конгрессменов палаты. Об этом заявил адвокат информатора Марк Заид в Твиттер, сообщает агентство Reuters. По словам адвоката, письменная форма позволит сохранить в тайне личность информатора. Адвокат также отметил, что его клиент будет отвечать на вопросы непосредственно от республиканских членов Палаты представителей в письменной форме, под присягой и наказанием за лжесвидетельство. Без ответа останутся вопросы, касающиеся личности информатора. Ранее президент США Трамп написал на своей странице в Facebook, что многие слышали его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, но разговор никому не показался вызывающим. Напоминаем, что 25 июля два лидера говорили по телефону, вокруг чего произошел скандал мирового уровня. Все дошло до того, что Палата представителей Конгресса США начала расследование против Трампа в рамках процедуры импичмента из-за скандального телефонного разговора с Зеленским. Общаясь с президентом Украины, Трамп несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании «Барсима», где работал сын Джо Байдена. В то же время предоставление военной помощи Украине было приостановлено. Конгрессмены от демократов хотят установить, не использовал ли президент США военную помощь как рычаг влияния на Киев для достижения собственных политических интересов. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.